Спим город, город спит, игрок номер 3, игрок номер 8. Просыпается игрок номер 1. Просыпается игрок номер 2. Свят. Просыпается игрок номер 3. Игрок номер 4 спит. Просыпается игрок номер 2. Свят. Просыпается игрок номер 4. Просыпается игрок номер 5. Просыпается игрок номер 6. Просыпается игрок номер 7. Просыпается игрок номер 8. Просыпается игрок номер 9. Просыпается игрок номер 10. Город спит. Просыпается мафия. У мафии есть ровно одна минута, чтобы договориться. Вот такие дела, ребята. Перепутал роль. Мафия засыпает. Просыпается комиссар, чтобы познакомиться с ведущим. Комиссар засыпает. Просыпается город! Здравствуйте, дамы и господа! Приветствую игрока номер 10 за столом вновь. Игрок номер 1. Ваша минута, пожалуйста. Доброе утро, город. Выставляю игрока номер 1. Принято. Хочу затронуть тему попилов. Вот многие игроки на первом слоте говорят, что они не любят пилиться, там типа не любят сломы, там попилы и так далее. Мне на первом слоте намного приятнее поговорить, дать свою позицию и потом дальше играть. Просто мне не нравится два круга сидеть молчать, при этом я как бы жестикулирую не очень активно обычно, и поэтому дать свою позицию я вам по-другому не смогу. Поэтому я очень хочу поговорить на попиле. Я не Марина комиссар, поэтому не очень как бы я не боюсь, что сломаете вот меня. Говорит. Если сломаете, то окей, я уйду красный. Это лучше, чем уйдет комиссар. Если не сломаете, окей, я типа дам позицию, как бы все, поиграем с вами. Вот, поэтому не вижу ничего плохого в том, чтобы попилить. Если захотите, чтобы я сказала вам, кого выставить, я скажу. Если захотите кого-то сами выставить, выставляйте. Что еще сказать? Какие-то игры в последнее время, ну, такие какие-то напряженные атмосферы. Мне хочется больше такого, не знаю, позитива, что ли, внести. Все какие-то такие агрессивные, я в том числе, на самом деле. Вот. Хочу более человые, но при этом интересные игры. Спасибо. Большое спасибо, игрок номер 1, игрок номер 2. Ваша минута. Спасибо. Играю с игроком номер 1. Первое нормальное открытие стола за сегодня. Вот, хотелось бы продолжить речь игрока номер 1 про то, что люди не любят то, чтобы поговорить на первом слоте. Я очень часто также на первом слоте хочу пилить с каким-то игроком только для того, чтобы я мог повторно как-то закрыть стол, дать свою позицию и так далее. Потому что на первом столе я не могу сыграть ни с кем и так далее. Вот, что могу сказать? Почему такие агрессивные? Потому что я сижу все игры на красном, у меня третий игрок, мистер Клаус, магистр этого стола, сидит и топит, что я черный. Я не знаю, как мне доказать. Меня топят за то, что я взял тройку в команду в предыдущей. Я до сих пор не могу понять, кого мне нужно взять было в команду, чтобы просто не меня не дали черным на прошлой игре. Я сижу, я не понимаю. Вот я бы, не знаю, я бы потом как-то у мистера Клауза спросил, кого мне нужно взять в команду. Я просто не знаю, как он нашел четверку черным. Все, ну скажешь тогда, все. Я играю с единичкой, хорошее открытие стола, не знаю. Давайте мне цвет какой хотите, я вам потом аргумент раскидаю, почему я красный. Спасибо. Спасибо, игрок номер 2, игрок номер 3, ваша минута.
приятного аппетита, господин ведущий. Короче, меня брать нужно, понимаете, игрок? Меня берете и типа и все. И вы у меня красный игрок. Смотрите. Цвет Марины находить по нулю лично мне, ну, бывает вот порой трудно, потому что вот Марина, типа, она потом палится жестко на чёрном. Ну, тут я ее возьму, но потом вообще ее вот так вот возьму, просто если ломаю и скину, вообще не проблема. Второй игрок сегодня потянул все красные, по-моему, он не сильно каким-то типа стал иным, у него как какой-то тильт, что якобы я в него топлю. Смотри, что игрок. Смотри, номер 2. Я сыграл 1, 2, 3, пока что в вас ехать я не буду, пока не сделаете какую-то чушь. Давайте так сделаем. Вот. Просто я с вами, типа, играю мало, поэтому... 2-4 за одну хату? Пока. Я думаю, что я с вами буду почаще и буду... А, 2-5. Я достал красную, поэтому я рад. Я счастлив. Передаю слово игроку номер 4. Пас. Большое спасибо, игрок номер 3. Игрок номер 4, ваша минута. Спасибо, господин ведущий. Выставляю игрока под номером 1. Я сыграю 4-0 в бетон. Это прям 100%. Я знаешь, думаю, что до меня давай, один, давай, давай, либо две мафии поговорили. Пусть смотрите, свара. Объясняю, почему. Третий игрок. Я вообще подумал, что второй игрок точно играет по-другому. Не так, как на красном в предыдущих двух играх на ранних слотах. Второй игрок сейчас заочно общается с третьим игроком. Зачем-то говорит, 2-3, все, играю, потому что мне 3 так сказал. Первый игрок открыл стол, я не знаю, я не могу ее назвать красной. Второй игрок называет ее красной. Третий игрок называет первого красной. Я не могу назвать первого красной. Поэтому моя команда 4-0 очень логично. Я больше всех подозреваю игрока номер 2, потом я подозреваю игрока номер 3, а потом я подозреваю игрока номер 1. Вот такие вот акценты я расставлю. 4-0 играю. Спасибо. Большое спасибо, игрок номер 4. Игрок номер 5, ваша минута. Ну, не знаю даже, ребята. Я вот думаю, до меня сидит 2 мафии или 3 мафии. Я думаю, что 2 мафии. Уставляю игрока номер 2. Принято. Как вы можете брать игрока номер 1 с такой речью? Вы можете просто типа сказать, ну она более красная. Но брать ее в команду я точно не буду, потому что ее эмоционал, ее речь... Ну не, эмоционал может такой же остался, но речь изменилась. Особенно с прошлой игрой, брать за это в команду я бы точно не стал. Поэтому я играю только с игроком номер 4. Я играю только... Чего? Один? Да у меня сидит 1, 2, 3, точно 2 мафа. Это больше 1-2 для меня. Третий, типа... Ну, просто взял по фану третьего. Короче, вдруг он там мафия сидит. Ну вот, для меня, короче, 1-2... Ну, не то, что железно-черные, да? Я бы вообще 2 поднимал, честно. По 7 речам, которые прошли. Рекординг меня в команду взял, когда он был черным, Миш. Я послушаю другие речи, может, там еще кто-то хуже скажет, и... Ну, тогда не буду поднимать их. Ну, играет только с четвертым. Потому что я с ним, ну... Большое спасибо, согласен. Игрок номер 5. Спасибо. Игрок номер 6, ваша минута. Спасибо, господин ведущий. Играю 1-6. Двойка на своей речи говорит, первое, нормальное, отличное открытие за весь день. Прям суперская красная речь. На речи третьего он показывает, один, ну, чуть-чуть ближе к красному. Нет, не чуть-чуть, у тебя прямо она точно красная. Вот это я не понял. Четверка на речи единички, которая мне понравилась, говорит, один черная. Почему один черный? У него хорошая речь была. Мне понравилась ее речь. Пятерка говорит, что в 1-2 у меня сидят две мафии, потому что один так плохо открыла, а двойка с ней за это поиграла. Для меня 2-3-4-5 сидят 2-3 мафии, наверное. Поэтому для меня единичка красная, поэтому я могу играть только с ней. Причем пятерка выставляет двойку, хотя мы еще не послушали весь стол, мы в конце можем выставить, попилить. Зачем вы выставляете двойку? Я вообще это не понял. Может, это разбежка, как на предыдущей договорке? А в прошлой игре никого не выставили. 2-3-4-5, 2 мафии, от 2 до 3. Поэтому играю 7-8-9-10, максимум с одним мафом. 1-6-7-8-9-10. Спасибо. Большое спасибо, игрок номер 6, игрок номер 7. Ваша минута. Спасибо, господин ведущий. Мне понравилось, что это шестерки. Я не понимаю, почему 4-5 вы так не втопили агрессивно. Вот этот человек заявляет, что у вас... 2 по 5, я 2 маф. Вот игрок номер 5. Вы же нарисовали, что у вас 2 точно маф, прям железно, да? И 3, возможно, маф. Чем вам тогда позиция 6 не нравится? Он же не говорит, что прям пятерка маф. Мне нравится 1-6. Я хочу поиграть 1-6. Говорил 3 мафа, сказал 2-1 мафа. Потом разобраться, кто из них. Действительно, скорее всего, 2 мафа поговорили до меня, и это не 1-6. И 8-9-10, там будет еще 1 маф.
Вот. Откуда 7 знает, что... Ладно, блядь. Но мы не хотим же топить за эмоционал, правильно? Мы хотим топить за позицию. Он не говорил 2-3 мафы, он сказал 2-1 мафы. Зачем топить за эмоционал? Может быть, это какие-то внешние факты. Как он говорит 2-3? Давайте не будем топить двойку, давайте посмотрим, разберемся. Кто выставлен у нас, господин ведущий? Игроки 1 и 2. Игроки 1 и 2. Хорошо. Можно я так за компанию выставлю игрока 5, а потом кто-нибудь еще посмотрит, как пилиться? Не, я не прошу, чтобы 5 уходил. Просто, может быть, большое спасибо, хуже. Игрок номер 7. Игрок номер 8, ваша минута. Да, всем привет. Я просто думал на речи Марине, но она таким образом пыталась окраситься, но это может быть и черный мув, если на договорке, допустим, ну, кто-то показывает, что шериф скроется. Она говорит, я не шериф, я не буду скрываться. Там мне не понравилась двойка, которая... Не особо ты покопал в единичку, ты искал больше по своей речи. Но тебе тройка говорит, ты говоришь, с кем сыграть тройки? Тройка говорит, сыграй со мной, и ты показываешь, я сыграю с тройкой железно. А с чего вдруг ты его даже речи не слушал? Единичка у тебя железно-красная по аргументам Стича. Поэтому вот 3-2 я не хочу пока брать. Рекординг мне понравился, потому что он ни с кем там не играет, очевидно. И ивонные акценты мне тоже, в принципе, близки. У меня 2 почернее, 3 и 1. Ну, Марина более красная. Сказал, всех. Пятый сказал, что у него Стич, мафия. Он немного другую команду. Он взял, но за рассуждение мне он понравился. Он сказал 2-1 больше, поздравляю. Поэтому, ну, типа, Фомка, он просто тоже с четверкой, да, поиграл, я его обязан брать. Ну, я не знаю, я поиграю 4-5 и 6, я считаю, красным по позиции. Семерка, в принципе, сказал как шестерка, поэтому я просто пока его не возьму. Вот так вот. Все, спасибо. Большое спасибо, игрок номер 8, игрок номер 9, ваша минута. Походу, это ставим то разъем. Смотрите, рекординг Фомка. На вашей речи я думал, что 2-3 двойка. После этого говорит 6. Он говорит 1-6 команда. Он не берет 4-5, и он топит в 2-3. Правильно? Мне кажется, что после речи 6 игры в 2-3 быть не может, потому что 6 это самый бетон черный игрок за столом. Он бы... Смотри, 6 взял бы кого-то из 2-3. 6 взял бы 2-3 и сыграл бы в 4-5, понимаешь? А он никого не берет. Он не берет ни 5-4, ни 2-3. Проверка 6-9 улетает. Короче, 6-7 поддерживает его, берет 1-6 и 7. 7 берет 6-1. Гипертокс, ты берешь 4-5. Ты не можешь брать 6. Ты либо запутался, либо у тебя какая-то поплава. 6 дал самую черную речь за столом. 6-7 я бы сейчас вообще обоих поднимал. Господин ведущий, кто выставлен? Выставлены игроки 1 и 2. 1 и 2. Марина, с кем пилишься? Я выставлю 6, пилимся половинками. 6, 7, 8, 9, 10 в 1, 1, 2, 3, 4, 5 в 6. 6, 7, 8, 9, 10 в 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сори, что беру на себя ответственность, но мне нужно послушать это, потому что не взять ни 2, 3, ни 4, 5 – это инсейн. Спасибо, игрок номер 9. Игрок номер 9, вы сказали фразу «я выставлю 6». Игрок номер 6 не принят к выставлению. Игрок номер 10, ваша минута. Спасибо, выставляю игрока номер 6. Половинками, как и делились, 6, 7, 8, 9, 10, 1, все остальные в 6. 6, я согласен, поговорил, взял самую, поговорил максимально по черному, потому что здесь надо брать либо 1, 2, 3, либо рекординг, который никого из них взял. Потому что рекординг как раз не взял никого, и типа либо его брать за позицию, либо из 1, 2, 3. Просто один брать, который... По нулевке как раз вероятнее, ну, не вероятнее все, но тоже может быть черный, просто невозможно определить по нулевке первого игрока. Дальше что? Игрок номер 5 мне не понравился. Он вообще ничего не сказал про игрока номер 3. Отметил 1, 2 и 4, тоже пропустил. 7, да, тоже непонятная позиция 1-6, потому что мне 6 не понравилось. Как и Протокс Артем рассуждал, не понравилось. Я бы взял, скорее всего, 4-8-9. Остальные пока вообще не уверен. 2-3, да, чуть-чуть окрасняются, но, опять же, спасибо. Мне 3 не совсем... Игрок номер 10. Господа, выставлены игроки 1-2-6. Игрок номер 7. Напоминаю, чтобы выставить игрока, сказать «я бы выставил» или «я хотел бы выставить» или «я выставлю» недостаточно. Нужно сказать «я выставляю игрока номер 1» или «я выставляю Марину» или «я выставляю там как-то еще, короче, блядь». И выставлены игроки 1, 2, 6 на данный момент. Кто за то, чтобы выгнать игрока номер 1? Раз, два, 5 голосов. Кто за то, чтобы выгнать игрока номер 2? Раз, два. 0 голосов, оставшиеся 5 голосов идут в игрока номер 6. Перестрелка между игроками 1 и 6. Игрок номер 1, ваши 30 секунд. Вот игрок номер 10 вроде понравилось, как вы говорили, а что вы взяли 4, 8, 9? Вот как-то странненько немножко. Ладно, игрок номер 5, я не хочу комментировать его речь. Это была очень странная речь.
Послушаю, что скажет игрок номер 6. Я не подумала, что типа игрок номер 6 там что-то, ну, типа, плохо сыграл. Но при этом 2-3 мне кажется больше красными, а вот как раз-таки 4-5 больше черными. Вот я не знаю, типа 8-9 говорят, что у них 4-5, ну, типа, не такие черные. Типа, ну понятно, что если 6 большое черных... Спасибо, игрок номер 1. Игрок номер 6, ваши 30 секунд. Спасибо, господин ведущий. Я объяснил на своей речи, почему я не играю с игроком номер 2. Игрок номер 2 меняет свое мнение после своей речи игрока номер 3. Сначала он говорит, что один максимально красный, потом он говорит, что один чуть ближе к красному. Третий с ним за это играет, 4 говорит, что один черный, 5 говорит почему свою речь. Почему Рофлстак? Ну, несколько очков взяли, да, пару очков. Игроков, кроме 1, не могу играть. Сейчас проверка только 6. 6 находится красным, и 9 улетает со стола пулей просто сразу же. Проверка 6. Зачем 7? Проверка 6. Я же у тебя черный. Я у тебя черный, ты должен доказать свою позицию, стать красным. Проверка большое 6. Спасибо, игрок номер 6. Только 6, спасибо. Господа, переголосование между 1 и 6. Кто за то, чтобы выгнать игрока номер 1? Раз, два. 5 голосов, оставшиеся 5 голосов выгнут в игрока номер 6. Кто за то, чтобы поднять двоих игроков со стола? Раз, два. 2 голоса этого недостаточно, город уходит в ночь. Просыпается мафия. Мафия делает выбор. Мафия засыпает. Просыпается Дон игры. Дон меня понял, Дон засыпает. Кириллу пиздец, ребята, Эв, Кириллу в чат! Просыпается комиссар. Комиссар делает проверку. Комиссар засыпает. Просыпается город, дамы и господа. Увы. Живы не все. Погиб молодой человек. Молодой человек в очках. Игрок номер. Игрок номер 10. Вас не спасло то, что вы сняли очки. Вам пиздец, игрок номер 10. Ваша минута. Блин, надеялся задолжить, конечно. Я комиссар, проверил игрока номер 6, он красный. Получается, 9 должен уходить. Там такой жесткий замес был, скорее всего, 9 черный. 1-6, скорее всего, оба красные. 4-5 пытались вывести двоих. Возможно, пытались вывести двух красных. Знаешь, что там два красных и пытались двух красных. Игрок в очках Кирилл, блядь, 7 поиграл 6-1. Вы плюс что-то это видел, минус что-то пропустил. Тоже взял красную команду. 8 взял 4-6. 8, скорее всего, тоже красный. Поиграл аккуратно. Хотя... 9 точно черный. Девятку кто-нибудь поддерживал, кого брал 9? 9 взял 8. Бля, я не могу без соцвет. Блин, плохо. Плохо запомнил. Лучший игрок ход. Номер 10. Игрок номер 9. Фоул за жестикуляцию. Игрок номер 10, пожалуйста, лучший ход без аналитики и комментариев. Лучший ход. 2-5-9. Большое спасибо. Игрок номер 10. Игрок номер 2, ваша минута, пожалуйста. Ой, как же хорошо, что 6 нашелся красным, потому что у меня уже такая речь готовилась для этого игрока, что это просто жесть. Почему ты говоришь, что я назвал единичку железно-бетонно красной? Я сказал, что это было лучшее открытие за этим столом. Почему пятерка говорит, что я не могу поиграть с единичкой? Почему? Объясните мне, я на каком слоте с кем не играть за этим столом? Почему пятерка говорит, что я не могу поиграть с единичкой? Почему? Хочу и играю. Это дает позицию мою за столом. Назовите меня черным игроком. Выставляю игрока номер 5. Хорошо, что 6 проявился красным. Почему 6 перекрученная речь говорит, что я говорю, что один железнобетонно красный? Я не называл ее железнобетонно красным. Фомка говорил, 6 точно черный. Теперь 6 проявился красным, Фомка говорит, 1-2 черный. Номер 7, который сейчас был, о том, что мне там выпал ком туда-сюда. Игрок номер 8 говорит, что я мало покопался в речи игрока номер 2.
предыдущей игре игрок номер 2 сказал речь, которую прям я не хочу комментировать. Меня называют черным опять, потому что я взял игрока номер 1. Почему я общаюсь с игроком номер 3? Потому что я хочу узнать, почему я в предыдущей игре сижу черным, если я взял тройку в команду. Я не понимаю, как спасибо. Дать вам свой красный игрок цвет. Номер 2. Господа, когда я говорю большое спасибо, уже прожос прекращает свою речь. Игрок номер 3, ваша минута. Ну, играю так же, 1, 2, 3, 6, стич, смотри. Ты проверенный красный, ты сейчас пилишь. А, ну хотя с черной проверкой, ну, просто по сути, ну, типа, он мав 9, и, скорее всего, он будет ломать. Я бы хотел пилить. Смотрите, у Фомки за столом сколько мафов? Он сказал 1, 2, 3, 4, 2, 3, потом сказал 6 маф, потом сказал 7 маф. Игрок номер 4 ставит руку за подъем 1-6, сейчас говорит 1-6, оба красные. Почему 1 красная? Почему 6 красная? Я понимаю, почему 1 красная? И сейчас стол это схавает вот так вот, вот так вот сейчас это схавает, все вот так вот сейчас это схавает. Вкусно, вкусно. Представляешь? Не, я играю 1, 2, типа 3, 6, поэтому я руку с подъем не ставил. Илюша меня... Большое спасибо, игрок номер 3. В команду не взял. Игрок номер 4, ваша минута. Спасибо, господин ведущий, выставляю игрока под номером 9, сейчас только он уходит. Смотри, принято. 9 игрок, объясняю. Я даже вот до проверки понял, что ты черный игрок. На меня время не тратьте, я ухожу. Хорошо, потому что вы не поставили руку в 1-6. Второй игрок сейчас всю свою речь посвятил шестому игроку. Я хотел вас ебашить, а руку за подъем не ставил. Ай, второй игрок, а почему как-то так выходит? Я думаю, что 2-9 вместе мафы. Сейчас второй игрок не выставил 9-го игрока, второй игрок выставил 5-го игрока. От этого 5-й игрок у меня скорее красный игрок. И от этого игроки 1-6 скорее красные игроки, потому что игрок номер 2 и игрок номер 9 не ставят руки за подъем 1-6. Скорее всего, ну то есть по моей логике, игрок номер 2 сейчас должен был поставить руку в 6-го игрока. Ну, возможно, то есть возможная тройка 1-2-9 сейчас. Почему сейчас игроки 2 и 9 не поставили руку? Но я думаю, что 1-6 оба красные, пока я играю 4-5 против игроков 2-9. Спасибо. Большое спасибо, игрок номер 4, игрок номер 5. Ваша минута. В смысле, как я, блядь, могу быть мафами? Я тут столько топлю людей. Почему вы номер 1 рисуете... красный. То, что шестой там берет номер один, это не значит, что номер один красный тоже. Шестая проверка красная, но это не делает один, блядь, тоже красный. Почему все от тебя отталкиваетесь? Для меня рисуется команда 1-2, ну и получается 9. Седьмой для меня становится красным, потому что, ну, что Елисей хотел поднимать 6-7, но не успел, там что-то зафейлил. 8 пытает, 8 изначально мало, ну, взял в команду 4, которого я тоже взял в команду. Надо больше отдыхать. То есть я играю с 8-м. Я сразу показывал, что 4-8 я играю. 4-8-5, я играю. Я поднимал троих 1-2-9. Выставляю 1, выставляю 2, выставляю 9. Принято 1. И дайте, пожалуйста, мне фол, то, что я жестикулировал во время последнего этого голоса. Скажите, игрок номер 5, фол вам второй. Бля, ну это первый был. Ну ладно, пух. Короче, я поднимал 1-2-9, да? Вот честно. Я думаю, там минимум две мафии. Я не вижу других мафий. 4-8... Большое спасибо, меня, игрок спасибо. Номер 5. Игрок номер 6, ваша минута. Спасибо, господин ведущий. Игроки 1, 7 и 8. Вы в этой игре красные. Друг против друга ни при каких обстоятельствах не играете. Почему это? Девятка на своей речи 4-6 дал самую говорит, черную позицию. Потому что он и вот не поиграл с 2-3. То есть он выделяет именно 2... Я не поиграл с 2, 3, 4... Как 5. Он говорит? Не говори обо мне, я ухожу. Не мешай мне говорить, нет. Пожалуйста. Я говорю о игроках 2, 3, 4, 5. Он выделил именно двоих из команды. Я мог поиграть с каждым по позиции, но я не поиграл ни с кем, кроме единицы. Она мне стала красной. То есть или 2, 3 вместе черные... Как он назвал игрока номер 7 красным? Или 4, 5 вместе черные. Который сказал, что игрок номер 5 сказал, 4, 5, что 2, 3 черные, хотя 5 говорил 1, 2 черные. 2, 3 активно, ну, намекают на 4, 5. Это вот, ну, и два варианта всего есть. Или 2-3-9, или 4-5-9. Разбирайтесь между ними, мне кажется, 4-5-9. Мне кажется, у двойки максимально покраснее. Игрок номер 6. Игрок номер 7. Ваша минута. Я не конца услышал шестерку. Шестерка, а покажи еще раз, ты говоришь, двойка. Чего Лисей по-хамски себя ведет? Он фалит, он имеет право свалить два раза. Мне кажется, 2-9. На третий фол лишается речи, на четвертый фол дисквалифицируется со стола. Два мафа.
За фолы, да, за выкрики, за выкрики, да, за фолы, ребят, за фолы дисквалифицировал. Пока что, пока что, я не знаю. 4 под свою ответственность, 5 красный дает. Правильно я понимаю, 4, да? Ну тогда, у меня тогда каша в голове просто. У нас игрок номер 1 не может быть черный, просто потому, она еще не говорила. Ты рисуешь один черный, прям железобетонно. Как будто ты вместе с ней просыпался и видел ее карту. Вот я по другой позиции не понимаю. А ты хочешь двух мафов выставить на попил, они, сломают попил. Этого не будет. Просто 9 под общий... Спасибо, пас. Большое спасибо, игрок номер 7. Игрок номер 8, ваша минута. Ну, я не знаю, рекординг, я с тобой играю. Но я думаю, знаешь, насчет чего? Насчет того, что почему ты так в пятерке уверен? Но он почти, он позицию свою почти не выдает никакую. У него куча мафов за столом. Я понимаю, у нас 2-5, ну, разномас. Ну, в смысле, они 100% не играют как вместе. 4 двойка мне за что-то втыкает за пол. Короче, ладно, я не буду на это отвлекаться. Я не знаю тоже, Стич, почему ты единичку так, ну, в команду уже взял. У нас 2 с единичкой играл. Может быть, 3 с единичкой играл. Может быть, команда 1-3-9. А если Фомка, допустим, маф, его устраивает, что 2-3 выгоняет. Ну, я просто не знаю. Я поиграю с рекордингом, с шестеркой. Ну, я с единичкой поиграю под твою ответственность. Насчет семерки, не знаю, он меня, например, топит. 2 по эмоционалу мне понравился. Вот в чем дело, понимаешь? Мне Фомка непонятен. Мне кажется, ты Фомке ошибаешься. Большое, надо еще большое послушать. Спасибо, игрок номер 8. Игрок номер 9. У вас нет речи, вы хотите кого-то выставить? Юра, у меня на следующий ход нет речи. Ну, мы всегда играли, что ты, если 3 фола, у тебя на следующий ход нет речи. Я бы не брал 3 фол, если бы знал, что у меня сейчас нет речи, нет? Я не знаю. Следующий после получения 3 фола. Да, следующий после получения 3 фола, то есть на следующий круг. Не сейчас. Нет, ты получил 3 фола. Нет, смотри, я всегда вел таким образом, что у нас на следующий круг нет речи, если ты зарабатываешь 3 фол, не на этом. Я бы не зарабатывал 3 фол, если бы я знал, что у меня нет речи, очевидно, нет? Я не знаю, как поступить, поэтому устрою голосование. Кто за то, чтобы дать игроку номер 9 поговорить? Поднимите руки. 1, 2. 6 голосов. Игрок номер 1 докидывал. Он, не знаю. Игрок номер 9, ваша минута. Игрок номер 1 пытался сломать. Я не докажу вам, что я красный в этой игре, потому что поэтому я сейчас ухожу, и следующий ход критика. Стич, я ошибся, но позиция 1-6 с моей стороны была инсейновая. Я сейчас говорю только тебе, потому что ты красный, ты будешь оставлять завещание, понятное дело, что ты отстреливаешься. Следующий ход критик. Я сейчас напомню, что я говорил на 0, чтобы вы дальше не параноили. Я сказал, что играю с 4-5, и после речи 6 для меня в 2-3 сидит не двойка. Вот была какая моя речь. Хорошо? Чтобы вы не параноили. Да, Стич, это была моя речь. Смотри, Стич, я красный, я тебе не хочу это сейчас как-то грязно окрасняться, грязно доказывать подобным образом. И смотри. У вас сейчас есть две команды 2-3-4-5, правильно? 4 говорит, что 9 и 2 мафы, потому что они не ставят руки за подъем. Где 1-6 оба красных игроков. Правильно, Стич? Так 2-9 же говорят, что 6 черный. 2-9 говорят, что 6 черный, но для меня комиссар был между 1 и 8. И я тут хорошо комиссар вроде как ищу, правильно? Нет, я не отстреливал бы десятку. Десятка не говорил ничего комиссарского. Восьмерка взял салфу номер 9. Игрок номер 1, ваша минута. Я вроде сначала поверила, девятка еще под конец не очень. Ладно, 9 уходит. Типа, вот я о чем думаю. 9 по нулю стал жестким с шестеркой. И при этом говоришь, типа, если 6 красный, то 4-5 черный. Если команда 4-5-9, то, типа, какой смысл? Вот проверяет комиссар 6 красный, и все, 4-5-9 на 1 черная команда, как бы логики я нет, не Павел, вижу. Нет, Павел, есть наш ведущий, поэтому он эти правила нам объяснял. Тяжело рисуется 4-5-9, на самом деле. Мне сейчас очень подозрительно восьмерка, потому что он пытается рисовать какие-то вообще очень странные. Я не знаю, шестерка, я с семеркой готова играть. Вот семерка красный, я думаю. 6 красный, 7 красный. Восьмерка, ну вот, вот так вот. Я подумаю еще, хорошо, что... Хорошо. В общем, уходит 9, дальше смотрим. Ну, 5 очень плохая речь сейчас, я не знаю. И он повторяет полностью речь четверки, и они рисуют 1-2-9. Они рисуют меня в ту команду, я не знаю. Типа, мне это очень странно. Мне кажется, у меня речь затянулась уже. Ладно, спасибо.
Большое спасибо, игрок номер один. Игрок номер девять. Правила гласят, что при получении трех фолов игрок лишается права слова в свою ближайшую минуту. При этом игрока остается право выставить кандидатуру на голосование. Юр, да, это правило Фиима, но мы играли, ну, по крайней мере, я вел по-другому. Господа, выставленные игроки 5-9-1. Именно в таком порядке произойдет голосование. Кто за то, чтобы выиграть игрока номер 5? Раз, два. Одна рука. Кто за то, чтобы выиграть игрока номер 9? Раз, два. Все руки, кроме двух, автоматически игрок номер 3 голосует в игрока номер 1. Игрок номер 9. Вас выгнали. Ваша минута. Классно руки ставите. Короче, я сказал все, что я хотел сказать. Я уходил красным игроком. У вас следующий раунд — это критика. Стич, еще раз. Ты проверенный красный. Я в тебя ошибся. Ты сыграл правильно. Я ошибся. Такое случается. Кто-нибудь вот это верит вообще? Фол игрок номер 3. А еще и руку в меня не ставил. Ну, Клаус. По статку, походу. Смотри. Да, блять, кто черный? У меня черный вообще был Т6-7, либо 1, либо 2. Где 5 я оставлял бетон на красном. Сейчас у меня черный. В 5-2 разноцвет. В любом случае. И тут нужно разбираться в 5-2. Если вы берете, если вы выводите 2, и я бы уводил 2, то уходил бы 3. 4 говорит по плаву. Я бы себе в баланс оставлял жестко 4, но поскольку Стич ведет эту игру, я не буду оставлять каких-то жестких завещаний. Ваша правильно доигранная игра, это вы уводите либо 2-3 по очереди, либо 4-5 по очереди, иначе вы уходите в критику, потому что осталось 3 мафа. Все, большое спасибо. Пас, игрок номер 9. Гординыч. Просыпается мафия. Мафия засыпает. Просыпается Дон игры. Дон меня понял, Дон засыпает. Просыпается комиссар. Комиссар меня понял, комиссар засыпает. Просыпается город, дамы и господа. Увы, не просыпается господин в очках. Это игрок номер 6. Ваша минута, Стич. Спасибо, господин ведущий. Игрок номер 1, пожалуйста, помиритесь с восьмеркой. Игрок номер 8, с семеркой. 1-7-8, пожалуйста, я буду феей крестной этого города. Под мою ответственность, если вдруг 1-7-8, хоть кто-то окажется мафом, из всех чатов мне говна в ебальник, пожалуйста, на все деньги. Есть только два варианта. Или 2-3 черные, или 4-5 черные. И оба варианта равнозначны. Мне больше нравится функционал двойки. Мне очень не нравится игра пятерки в единичку. Но мне нравится четверка. Ну и тройка мне нравится. Я не знаю, как вы будете в этом разбираться. Я рекомендую вывести по одному, например, 2-4, а потом остаться в очень сладкой угадайке. Девятка точно ушел черным. 1-7-8. Помиритесь и решайте между собой. Ну, вот, и решайте между вот этими. Не оставляйте критики, чтобы было два из одной команды. И ждите угадайки. Спасибо. Большое спасибо. Игрок номер 6. Игрок номер 3. Ваша минута. Ну, смотрите, я играю в мафию. И я тоже, ушел, кстати. Шестой игрок сказал 7-8-1. Вы точно красный. То есть у вас руль. Смотрите, у вас руль. Куда вы говорите, я туда ставлю. По эмоциям 2 красный. По речи 2 уже не красный. Просто в этом проблема. Посмотрите. Ну, то есть, ребят, есть такая вещь, вот как факты и логика. У пятого игрока на ноль за столом 5 мафов. Спасибо, Лобаты, большое за сапку. Привет. Еще раз. Красный, потом говорит, дам рейсов Лобатому, да. Когда пятый говорит, они черные, он говорит да. Потом у него один опять красный. Спасибо, Лобаты, большое. Ну, всегда, фейк пони. Говорю, факт по рекордингу, всегда одна эмоция. Но это было. Марина это помнит. Решайте сами, я красный, мне в кайф. Большое спасибо, игрок номер 3. Игрок номер 4, ваша минута. Да, третий игрок, только ты на своей речи сказал, что один может потенциально ввязаться в 1-2-9, потому что игроки 2-9 не ставят руку за подъем 1-6, где игроки 2-9 считают, что 6 бетон черный. Почему игроки 2-9 не ставят руку в 1-6? Потому что 6 красный, а 1, возможно, черный. Вот это моя логика. Потому что 1-2-9 может быть для меня командой. Поэтому я сомневаюсь, какой для меня игрок 1.
Третий игрок. Я не понимаю, почему вы играете против четвертого игрока, вы там еще вскрылись комиссаром сейчас. Смотрите, объясняю логику, почему 2-9 в команде. 2 выставляет, то есть 2 на своей оправдательной, точнее, на втором круге своем говорит, 6, я бы тебя сейчас разъебал, но ты проверился красным. Выставляя игрока под номером 5. У нас 9-й игрок сказал, 6 бетон черный. 6-й игрок сказал, встаем. Почему второй игрок не выставляет 9-го игрока? 9-й бетон черный со вторым игроком. От этого 5-й бетон красный игрок. Потому что, ну, это 3 мафии. Рекординг ебет. 2-й выставляет 5-го игрока. 5-й игрок после понимает... После таких речей рекординга, мне кажется, он гораздо лучший игрок, чем я. Черный игрок. Я выставляю игрока под номером 2. Я считал, что 6-й игрок черный игрок. Принято, поэтому да. Я поставил руку с 5-м игроком. А 6-й нашелся красным. Еще 9-ка не поставила руку в 1-6. Большое спасибо. Игрок номер 4. Игрок номер 5. Ваш минут, пожалуйста. Эх, ребята, в 1-6 сидела одна мафия, потому что, блядь, типа... Если мафия хочет поднимать двухмирных, они поднимают двухмирных. В чем это проблема? А, ну 1-3 остается у меня команда. Я, ну, Клаус играет против меня, у меня красная карта, значит, ну... Клаус на мафии играет, решил втопить. Бля, как Фомка заебал, нахуй, ему 6 сказал. В одной версии 2-3, в одной версии 2-3, а 4... 6 говорит, что Фомка черный, он показывает 6 черный. Он пытается купить... Один говорит, что Фомка черный, показывает 1 черный. Фомка назвал черными всех, блядь, кроме 4. Я выставляю игрока номер 1. Выставляю, принято. Потому что в 1-6 сидела одна мафия. Он назвал 1, 2, 3, 6 черными. 6-й проверенный красный, ну все, единица стоит черный. И сразу я по номеровке сказал, что в 1-2-3 сидят две мафии. Я буду от этого играть. Говорите, что за звуки, я просто издаю звуки, чтобы лицо. Мне не нравится игрок номер 8, как вы меня не берете команду за 4. Спасибо. Игрок номер 7, ваша минута. Я просто стараюсь не жестикулировать сильно ртом, типа не... Давай мириться. Нам там сказали, посмертно завещали, что нужно мириться. Че по единичке думаешь, красная? 5, да, 5, я тоже. Выставляю игрока номер 5, Конан Варвар, сейчас последняя серия этого сериала. Шикарного, блядь. Знаешь, мне кажется, красные игроки, им свойственно сомневаться. А ты так жестко топишь, блин, говорю, там 1-2 мафия, вот с 9, с 6, с кем угодно. Я даже не знаю, 4-8, 2 красных, да? Но мы потом разберемся, видишь, мы с восьмеркой помирились, мы 2 красных, как бы, мы потом найдем, не переживай. Единичку выгоним, и семерку выгоним, и всех выгоним, все будет хорошо. Не переживай так, это только игра. Всех вообще выгоним, всех. Спасибо, пас. Да. Большое спасибо, игрок номер 7. Игрок номер 8, ваша минута. Да, артикуляция, верно, все верно. Да пятерочку надо выгонять, это он нахер нас повыгоняет всех отсюда. Ну давай, выгоняйте меня. Фомка, какой 1-6 разноцвет? 6 с единичкой поиграл. Кто там у тебя разноцвет рисовал? Как, почему? Игрок номер 5, у вас 3 фола. Смотри, короче, я тебе ничего не говорю. Просто он хотел свалить, он хотел, блядь, сказать. Я спас его сейчас. Ты уходишь, потом... Я его сейчас спас. Вы видели? Вы видели? Он уже за микрофон схватился. Слушаем дальше речи. 3-4. Но я рекордингу верю. Он хорошие аргументы приводит, на самом деле. Хорошие. Выгоняем 5, выгоняем 2, слушаем, взвешиваем. Все, спасибо. Большое спасибо, игрок номер 8. Игрок номер 1, ваша минута. Он хотел еще раз сказать, я бы его должен был выгнать. А, четверка сейчас тоже на этом кругу. Поэтому я его предупредил криком. Я его не душил, а спас его. Вот, это так, просто на заметку. Игрок номер 7, а что это вы с восьмеркой миритесь, а со мной нет? Но игрок номер 6 сказал 1-7-8, красный. Нет, я просто говорю так, ну, забейте. Ну, мне кажется, 3 красный. Вот. Да. И он проверил меня черный, просто я черный, он красный. Клаус импрувится очень сильно. Блин, ну он 5 уходит. Не знаю дальше, что делать. Ну, двойка сидит такой расстроенный, я не знаю, я почему-то верю ему, что он, ну, типа, не мав, вот из-за его эмоционала. Он прям очень, очень поникший сидит. Из-за того, что его третью игру не могут найти красным, поэтому я как бы не знаю. Ну, 4 сейчас прям так наигранно против 5 сыграл, как-то разбежаться. Мне больше верится в 4-5, хотя поначалу 4-5-9 у меня не сильно вязало. Спасибо. Большое спасибо, игрок номер 1. Игрок номер 2. Управление игрока номер 1. Когда я говорю слово «минута», вы анмьютите микрофон, игрок номер 2. Замьютите микрофон, игрок номер 2, ваша минута. Спасибо. Объясню.
для игрока номер один, меня четвертую игру не могут найти, красный. Меня просто, блядь, по нулевке нахуй, я на втором стенде сижу, беру единичку, нахуй, я черный. Это я не понимаю, блядь, как я сижу, мне четверка, блядь, говорит, что я черный, потому что я не выставил девятку, и черный, потому что я сыграл по единичке, блядь. Два аргумента. Я сижу, пытаюсь сказать, что найдите меня хоть раз с ебучим красным. Я не выставляю девятку, потому что я трачу все свое время, чтобы объяснить игроку номер 4, почему я выставил пятерку, потому что пятерка, ты его речь по нулевке слышишь? Он говорит, что я черный, потому что я сыграл с единичкой. Шестерку почему я хотел топить? Потому что он сказал, что я не должен был играть с единичкой. Потому что я сказал, что единичка у меня открыла хорошо стол. Да вы с предыдущей открытия стола слышали или нет? Я не понимаю, что мне нужно сделать на своей нулевке, чтобы вы меня хоть кто-то блядь, Оскар, посчитал дайте, меня красным пиздец. Игроком. Я просто не знаю. Это просто клоунада. Я буду играть против игроков 4-5. Мне все равно. Я сейчас буду водить игрока номер 5, потом буду играть против игрока номер 4. Все. Господа, голосование. Выставлены игроки 2, 1, 5. Именно в таком порядке будет проходить голосование. Кто за то, чтобы выгнать игрока номер 2? Раз, два. Один голос. Кто за то, чтобы выгнать игрока номер 1? Раз, два. Два голоса. Оставшиеся 4 голоса идут в игрока номер 5. Игрок номер 5. Вас выгнали, ваша минута. Я не стал фалить 4-й раз чисто из уважения к Юре. Ты что-то расстроился очень сильно, я не хотел его бесить. Я не знаю, мирный город это... Какую команду я рисую? Говна в ебальник, 4-5, смотрите, сует. Смотрите на Хириан в чате. Я играю 4-8. Елисеев говна в ебальник за то, что стол запутал. Я за мафию просто... Я не знаю, что говорить. Это... Почему один считает третьего красного? У тебя 7-8 сидят красные, играй с ними. Почему ты третьего берешь команду? Блядь, для меня красный. Третий, блядь, более красный. Просто, блядь, у меня черный. Видела кто? Спасибо, пас. Большое спасибо, игрок номер 5. В городе ночь. Просыпается мафия. Мафия решает, кого убить. Мафия засыпает. Просыпается Дон игры. Дон меня понял, Дон засыпает. Просыпается комиссар. Комиссар меня понял, комиссар засыпает. Просыпается город, дамы и господа. Погиб молодой человек. Без очков. Игрок номер 8. Ваша минута. И знаешь, что подумал рекординг? Вот смотри, у нас 5-й только по нулевке. Не поиграл ни с кем. И ты и поиграл с тобой, в смысле. Ты за это его краснел. Я понимаю, что двойка вижает, но двойка может быть красным. Смотри, он ставит... Он 5 становится в жесткий разномаз с двойкой, но не ставит руку в него. Он ставит с тройкой в единичку. Может команда быть вообще 3-5. Я не знаю, почему ты 5 красным называешь. Я играю с тобой, играю с семеркой. Может быть 3-5, я тебе серьезно говорю. Вот мне сейчас Фомка по-черному уходил, но у него речи поплавлены, он просто втыкивает куда-то. Он потом в единичку втопил под конец. Ну думай сам, где тут либо 2 оставшиеся, 2-3. Хз, ну двойка по-красному говорит. Я понимаю твои аргументы, но знаешь, в чем прикол? Ты говоришь, что он шестерку хотел у него выставить пятерку. И будет только дайка. Так это было на первый 3-4-7. Круг, когда поспали, уже комиссары вскрылись. Поэтому он же сказал, что шестерка я бы хотел в него топить, но его красным нашли, поэтому он пятерку. Этот аргумент невалидный, вот в чем дело. Большое спасибо, игрок номер 8. Игрок номер 4, ваша минута. Спасибо, господин ведущий. Еще раз быстро объясняю, почему 2-9 команда. 2 считал 6 игроком черным игроком. Руку за подъем он не ставит. Потенциально, почему? А, возможно, и первый игрок мафия. Б, возможно, не соберутся руки, поэтому он побоялся просто ставить руку, чтобы себя не очернять, не окраснять. Ну, то есть ничего не делать, просто не поставить руку. Почему он на своей оправдательной речи, точнее, когда он просыпается, он говорит, для меня 5-й игрок. Пятый игрок поднял руку 1-6. Он должен для вас быть более-менее красным игроком, потому что он считал тоже 6-го игрока черным. 9-й игрок не ставит руку в подъем 1-6.
Когда он это не сделал, я уже посчитал его мафией, даже без проверки комиссара. Я уже посчитал, что девятый, когда не поставил руку в шестого игрока за подъем 1-6, что он уже черный. Когда второй игрок проснулся, он для меня признался черным. Сейчас уходит только второй игрок, и потом я буду 1-3 думать. Все, спасибо. Большое спасибо. Игрок номер 4, вы кого-то выставили? Игрок номер 7, ваша минута. Спасибо, господин. Он выставил 2. То есть игрок номер 4, вы утверждаете, что номер 2 вот таким эмоционалом, он там почти что плачет, что ему не верит, что он красный, и он черный, да? То есть это просто гений. Я на факты смотрю, а не эмоционал в этой игре. Игрок номер 4. Я тоже говорил, что нужно смотреть на факты, на позицию, а не на эмоционал. Он выставил, да. Что-то в этот раз очень хочется посмотреть на эмоционал игрока номер 2. Мне тоже так показалось. Он хочет, может, человек отыграть хорошо. Он заслужил. Это актерский, это Оскар, если он по-черному так хорошо сыграл. Ему никто слова не скажет. А вот представьте игрок номер 4. Если игрок номер 2 красный, то кто, по-вашему, еще черный? 1 или 3? Допустим, 2 черный же бетон прям. Окей. Игрок номер 3, вы думаете. Ну, игрок номер 1, хорошо. Я играю по завещанию игрока номер 6, 1 у меня красный, 1. В кого вы руку хотите поставить? Вы скажете, кого хотите руку поставить. Мне больше нравится игрок 2, чем игрок номер 4. И игрок 3 у меня из них самый серый. Я бы поставил игрока номер 4. Хочу услышать позицию игрока номер 1. Может быть, 4-3. Титана 2. Да, Титана после следующей игры, друзья. Где-то в час 45, я думаю. Передаю вам слово, как через ведущего. Спасибо. Пас. Большое спасибо, игрок номер 7. Игрок номер 1, ваша минута. Спасибо. Ну смотри, 4-5 типа рисовали команду, 2-3, да? То есть мы убрали 5, по идее, мы должны убрать кого-то из 2-3 сейчас. 4-3 у нас может быть команда? 3. Вот ты думаешь, кто чернее, 4 или 2 сейчас? Думаешь, 4. Угу. Сложно. Сложно стало теперь из-за этого. Ну, блин, игрок номер 2, да, дает эмоционал, там я тоже ему верю. Блин, он мог и сыграть. Ну, 7 думает 2-3 красные, поэтому он так и говорит, ребята. 8, вот 8 ушел красным, говорит, и он считал 4 красным прям всю игру, да. Он, еще, и он начал обязательно всегда играть 3, баланс с корабль, говорит, понимаешь? Нет, если 3, ты думаешь, что другая... Ну, блин, я уже думаю, что 3-4 может быть команда, на самом деле. Представляю игрока номер 4. Большое спасибо, игрок номер 1. Игрок номер 2. Ваша минута. Не знаю, игрок номер 4 настолько утвердительно топит меня мафом, что я уже сам готов в это поверить. Я готов обратиться к ведущему, чтобы он просто, блядь, ночью показал мне нахуй черную карту. Не знаю, игрок номер 4. Я маф, потому что я не голосовал 9-го. Может, вообще команда 1-2-6 рисуется, потому что я не хотел 1-6 своих поднимать? Ну, может быть. Я не понимаю, типа, что это за аргумент? Я, типа, мафия, потому что я... Это единственный аргумент в мою сторону, потому что я, проснувшись, не поставил кого я... 5-го поднял, и я сказал, что я бы сыграл в 6, если бы не так было проверки. Так вы руку за подъем 1-6 не ставили. 6, бетон, черный. Третий фул, игрок. Да тут никто 4. Не ставил 1-6. У меня 6 не сидит, бетон, черный. Я хотел сыграть против него, потому что он топит меня. Выставь 3. Фул, игрок номер 1. Не знаю, выставляй игрока номер 3. Давай, выставляй игрока номер 3. Все, давай, выставляй игрока номер 3. Я не знаю, что это за аргументы, типа... Ну, спасибо. Большое спасибо, игрок номер 2. Игрок номер 3, ваша минута. Мариночка, ты просто лучшая самая. Ты просто самая лучшая. Уставляю 2, ставлю 4. Илюш, смотри. Ты в этой батарее красный, руль просто. Вот мой руль, на! Все, говори, куда руку ставить. Мне пофиг. У меня 5 ушел мафом просто, и все. Четвертый игрок приводит мусорный аргумент, что 2-5 вместе быть не могут. А смотрите сейчас сюда. И он говорит, как будто это аргумент. Он говорит, 2 проснулся, выставил 5-го, поэтому 2-5 не вместе. У кого-то есть версия, что на тот круг 5-й мог уйти, а Елисей мог остаться? Бля, как же рекордингу трудно в этой игре, его ебашут вообще все причем. У кого-то есть вообще эта версия? Какая разница, кого... Ну да, ну, он выставил 5-го. Но на тот круг уходит точно 9-й. 9-й маф у снича, который красный проверенный. Аргумент мусорный. Второй аргумент мусорный. Он говорит, 5-й красный, потому что он ставил за подъем 1-6. Так если 1-6 оба красные, получается он маф 5-й. Два аргумента разбито. Выставляю 2, выставляю 4. Я красный, Илюша.
Просто мной... Большое спасибо, бьёшь, игрок вот номер 3. Просто рулишь мной вот так, давай. Третий фол, игрок номер 3. Господа, выставленные игроки 2, 4, 3. Именно в таком порядке будет проходить голосование. Кто за то, чтобы выгнать игрока номер 2? Раз, два. Ноль рук. Кто за то, чтобы выгнать игрока номер 4? Раз, два. Две руки, оставшиеся три руки идут в игрока номер 3. Игрок номер 3 вас выгнали. Какие три, Юр? А, рекординг поставил руку в 2. Он не успел. Там было же две руки. В кого? Рекординг поставил в 2. И 2-3 поставил. Ну, тут должно быть... Стоп, игра, выключаем камеры. Какие две руки? Успел, да, он думает? Сейчас глянем. Я подумал, что он не успел. Давайте посмотрим. Какая разница, кого... Ну да, аргумент. Давай. Третий фол, игрок номер 3. Сейчас глянем. Ноль рук. Подавись. Игроки 2, 4, 3. В таком порядке будет проходить голосование. Кто за то, чтобы выгнать игрока номер 2? Раз, два. Ноль рук. Господа, выставленные игроки 2, 4, 3. Именно в таком порядке будет проходить голосование. Кто за то, чтобы выгнать игрока номер 2? Раз, два. Очень поздно поднял. Господа, выставленные игроки 2, 4, 3. Именно в таком порядке будет проходить голосование. Кто за то, чтобы выгнать игрока номер 2? Раз, два. Ну-ка, дай-ка еще, ладно, пересмотрю. Господа, выставленные игроки 2, 4, 3. Именно в таком порядке будет проходить голосование. Кто за то, чтобы выгнать игрока номер 2? Раз, два. Господа, выставленные игроки 2, 4, 3. Именно в таком порядке будет проходить голосование. Кто за то, чтобы выгнать игрока номер 2? Раз, два. Включаем веб-камер. Перестрелки между игроками 4 и 3 именно в таком порядке будут даны по 30 секунд. Игрок номер 4, а у вас... Блять, три фола. Я забыл. Клаус, что делать? Давать говорить или нет? Давать говорить, да, при перестрелке? А следующую речь не давать говорить, окей? Игрок номер 4, ваши 30 секунд. Спасибо, господин ведущий. Ну, я объяснил уже. Я не знаю, сколько раз повторять, почему 2 бетон черный игрок. Я просто не понимаю, как это игроки 1-7 не понимают, что... Нет, смотрите, он поднял прям вот аккурат считает, что 6 в сторону... Не поднимает сторону руку за подъем 1-6. Как и девятый игрок называет шестого, бетон черный. Шестой готов стать шестым. Я бы мог игроком засчитать руку, друзья, как это делают шестой любой другой мафии, но я стараюсь следовать правилам, поэтому сори, что душно. Признались, что они хотят, они считали его черным, я тоже считал, я поднял руку.
Но игрок номер 2 и игрок номер 9 не поднял. Но они сказали, что считали 6 черным. Большое вот спасибо, игрок номер 4. Игрок номер 3, ваши 30 секунд. Марин, короче. Игрок номер 2 меня выставил просто сейчас. Просто, короче, смотри, просто я устал, я красный, можете меня снять, все, можете меня снять. И просто если Илюша в этой игре вдруг маф, который показывает, уходит 4, а руку в меня ставит, то, ну, это луз и 6-го игрока, и 1-го игрока, и 10-го игрока, и 8-го игрока. Аргументы 4-го я все разбил. Я их все разбил. Большое спасибо, я... игрок номер 3. Господа, переголосование между игроками 4 и 3. Игроки 4 и 3, у вас по 3 фола. Напоминаю вам об этом. Кто за то, чтобы выгнать игрока номер 4? Раз, два. 3 голоса, оставшиеся 2 голоса идут в игрока номер 3. Игрок номер 4, вас выгнали, ваша минута. Ну, поздравляю, там, кто из 1-2-3, там, две мафии осталось, это все очевидно. Не знаю, ну, 2 бетон черный, короче, и кто-то между 1-3, который сейчас руку просто поднял. Я думаю, что да, скорее всего 3, потому что 3 всю игру дефа и 2, а дефа 2 тут, ну, вообще невозможно. Я не знаю, почему 3 дефа и 2. Ну, команда 1-2-9 тоже рисуется, где 2-9 за 1-6 под, ну, подъем не ставят руки. Пятый игрок, бетон, красный игрок, он ставит за подъем 1-6. Он сказал, я считал, что там сидит один черный, поэтому я поднял руку. У нас второй игрок выставил пятого игрока. 2-5 не в команде, потому что он поднимает руку, второй игрок считает, что там есть черный игрок, и 2-5 не может быть, я думаю, в команде. Точно. 2-5 ну, разноцвет. Да, там, я не знаю, как хотите. И спасибо, мирные, что проиграли. До свидания. Большое спасибо, игрок номер 4. Стоп игра, победа мафии. Мафия 2-3, Дон 9, комиссар 10. Красава, Клаус. Красава. Я заебался. Я тяну из... Сколько игр? 7, типа сколько мафов? 6. Да. Я устал. Я не знаю, что баланс не сыграли. Не буду тебе вообще верить. Вот я твой эмоционал, вот этот вот, то, что ты начинаешь. Ну, Марина, ну вот не надо, вот снова вот ты меня порной. Ты не будешь думать, верить 3, Марина, после того, что сделал 2? Два сказал ноль умных слов за игру. Он 3 раунда подряд говорил то, что 4, какой у тебя аргумент, что я черный, потому что я говорил, что 5 черный, а ты считаешь 5 красный, поэтому, ну это вообще, блядь, так нельзя. Почему я у тебя черный, я красный? Вы меня можете, блядь, найти кто-нибудь красным или нет? Я 4 игры подряд, мне все... Ты после этого говоришь про тройку? Если поделить количество аргументов между 2 и 3, у 3 так типа вот стальные яйца, а у 2 ватные, они так вниз прям, бэм, чаша весов вниз упадает. Ну получается Оскар. И ты говоришь, Оскар, что ты не поверишь 3. 2 давил, у 2 90% его силы было в эмоционале, а в аргументах 10 имхо. Это сверх, мне флейм. Я просто отмечаю, в каком стиле ты играл. А ты хотела сказать 3 сейчас, чтобы ставить угадайку 2-4, я бы проголосовала в 2 в угадайке, это 100%, потому что я, типа, в последнее время стараюсь больше по аргументам играть, мне по эмоционалу. Я никому не попускал, но, просто типа... говорят, я не буду верить 3, а не надо верить 2. 2 на эмоции. После того, как не поднял 1-6, типа, пиздец. А Клаус, я не знаю, как мне... Когда Стич, сказал, Марин, что ты мне не поверил? Благодаря тебе мне Оскар подарил 5. Да я верил тебе. Я это специально фейковал. Я думал, ты красный и фейковал. Нет, просто, понимаете, вот то, что, смотрите, просто пятый игрок говорит в ноль. У меня 1-2-4, есть мафы, потом говорит 6-7 мафы. Ну, то есть, он у вас красный. Потом рекординг, типа, говорит, 2 выставил 5, получается 2 и 5. Вместе быть не могут. Это неправда. Так, гайз. Подожди, Елисей. На тот круг что, уходит Елисей? Не уходишь, только Елисей. Аргумент полный. Ты не уходишь, Елисей. Мы еще одну играем. Ты не уходишь, Елисей. Ты не уходишь. Смотрите. Смотри. Две минуты берет бэк. Да я скажу. Если один... Ребят, спасибо большое за просмотр. Сейчас обязательно еще одну поиграем. Никто не уходит вообще, блядь, инстантно. Точно играем. Сейчас 100% говорю. Вообще имба, отвечаю, точно. Рекорд магистр? Нет, еще нет. Я надеюсь, что он станет. Рекордный очень хороший игрок. Пару минут перерыв, ребятки, спасибо большое за просмотр. Продолжаем. Отойду сейчас, пару минут. 9 не ставит руку за подъем 1-6. Из-за этого 9 черный. Так 9 черный, когда не ставит руку за подъем 1-6, если в 1-6 есть его маф. 9 поставит руку за подъем 2 красных всегда. Причем поэтому я и сказал, что 1 потенциально может в команде быть, 1-2-9.
Кто-то а, да, уходит ты... 6, говорит 1-2-1. Ты на своей речи сказал, что 6 для тебя бетон черный. Да. Вот прям бетон черный. Я такой, да. Блядь, да, я тоже так думаю. Пиздец, я думаю, что хорошо. Елисей красный. Я думаю, что 8 красный за его да. команду. Окей. Елисей такой... Окей. Не, резко руку там что-то дернул. Все, я сразу понял, что 9 да, ты мафия. Прав. Ну, ты знаю. Прав, абсолютно. Но в этой версии, в которой ты вот ты сейчас описал, не может не рассматриваться, что 1-6 есть маф. Где 6 проверяется комом, а 1 маф. А ты только чтоб 2 уходил. Все. После этого нет никакого смысла вообще. 9, то есть единственная команда это 1-2-9. Ты про 1 ни слова не говоришь, ты говоришь 2-3. Нет, я не говорю 2-3, я говорю 2-9. Ты говоришь 2-9, окей. А кто потом? Ну, кто-то из 1-3, как я и говорил. Я думал, что 3, потому что 3 дефает 2 всю игру. Вот и все. Ну, ты понимаешь, Марин, как бы, что там даже если бы угадайка произошла, там невозможно выиграть. Потому что по версии рекординга мафия 1-2-9, другой нет. Ну, типа в угадайке я бы проголосовала в 2, я точно знаю. Ну, проблема в том, что, возможно, 2 и 4 в тебя бы проголосовали. Просто понимаешь, что когда на угадайке остается 1-2, когда на угадайке остается 1-2, то как бы все, нет дальше игры. Дальше рекординг на своей речи, когда он пилится с 3-4, доказывает, почему маф 2, а не почему маф 3. Ну да, ну, ну а что, ну, почему мне доказывать, что маф 3, если я знаю, что маф 2? Ну зачем мне, типа, я не уверен, что... Сейчас голосуется, ну я 3-4. Понимаю, только а что, ну, я не маф, я говорю, что 2 маф. Ну все, а что мне говорит, почему 3 маф, я не знаю. Говорит почему. Про баланс. Про баланс, что 2-3 остались вдвоем, а ты 1. Да, я хотел сказать игрокам 1-7, что они до этого говорили, что уходит 5, потом уходит 2. Потом они такие, ну, уходят 4. Типа что? Короче, вообще, аргумент с неподнятием рук, он Паус. Просто руина. Вот объективно говоря, просто руина. Потому что там нельзя, ну просто после этого нет игры в 1-2-9. 1-2-9 это 2-2. А про 1 говорят, что она красная все. Да, в 1-2-9 я не топил. Я топил только в 2-9. Я только в 2-9 топил. Так ребят. Если 2-9 вместе черные, почему они не поставили руки в 1-6, где 1-6 красные? Клаус. Я хочу понюхать. Да ты вообще красный, глухой, красный. Что ли? Клаус, ты слышишь меня, нет? Да. Он слышит. А я хочу извиниться перед 1-4-5, потому что я только на эмоционале мог. А что? Я по аргументам не забыл. Сыграл раньше в Хардстоун? Играл, но не особо много и прям очень давно. А, мне просто в чате спросили. Клаус. Окей. Вкусно было. 4-5-9 вкусно было. Я просто, если я буду мафией, ты будешь оценен в первую очередь. Я просто не я? Бля. Да ладно. 1-6 красные, вкусно. Клаус, а почему ты на 10 ты в итоге показал? Я не знаю, я просто... А на самом деле, я речь 8-го просто скипнул. Но он там такую позицию взял. Я просто ее вот прям вообще не помнил. Ну, не знаю. Какую? По поводу так, чего? Там, короче, он позицию взял 1-5-6, что-то такое ты взял, Гипертокс. Я 1-2-6 взял. 4-5. Ну что, я четверку только взял. А, ты четверку взял. Ну, короче, ты... Нет, ты шестерку тоже взял, по-моему. Я не брал шестерку. Я беру 4-5. Я сказал, 4 беру 5 из-за того, что... Ну, в смысле, за скобочками, а шестерка за рассуждение мне понравилось. Вот, ты сказал. Взял 4-6, а 6 играет против 4. Да не брал я 6, я взял 4-5. Ну, мне так показалось, неважно. Я не играл против 4, я играл с 1. Я сказал, что там 2-3-4-5, там цирк с конями. Где конь, это я оказался в итоге. Я, короче, слышу вот это 1. Я вспоминаю, у нас договорка, короче, 1-2-3, типа, сыграть паровозом. И я вижу лицо рекординга в этот момент, и я понимаю, ой, сейчас пиздец начнется, и рекординг с двух ног просто на! Еще акценты неправильно расставил, и такой, ну все, это кобыла. Почему неправильные? Стич, ты уходишь? Какие у тебя были акценты? Что да, один да, самый да, красный, потом три самый красный, потом два самый красный, правильно? Все, всем спасибо Нет. за игры, это было забавно, но баланс, конечно, примерно так, примерно так. Такой сратенький получился. Все, давайте до следующей встречи. Давай, Стич.